Ну а сейчас в Актобе там опытные сотрудники предприятий обучаются в школе наставничества. В двухдневном семинаре участвуют почти 30 специалистов, которые после получения сертификата возьмут шефство над молодыми стажерами. Будут знакомить их с производственным процессом и правилами безопасности. Научат за 2 года. В школе наставничества специальное обучение прошли больше 100 человек. Наша задача, чтобы на этих предприятиях были обученные наставники, то есть самые элементарные базовые навыки педагогики, психологии, передачи своих навыков. Да? Это хороший очень такой механизм, который позволяет предприятиям, наверное, получить более квалифицированных, заточенных под нужды, под спрос предприятия работников. Да?